Партнер канала сайт iosgames.ru. Игры можете скачать там, ссылка в описании. Всем привет, с вами Полтема, это 83-й эпизод обзора игр для iPhone, Apple Touch и iPad. Сегодня у нас с вами вот такие вот игры, ребята, и давайте начнем с первой. У нас тут новые заставки, скоро 20 тысяч, конкурс, так что, в общем, весело. Поехали. Итак, ребят, наша первая игра называется Азбука HD, и я уже делал более подробный обзор, вы его можете посмотреть на канале. Приложение создано с целью, чтобы ребенок выучил азбуку, узнал буквы и узнал слова, которые связаны с дорогой, потому что игра еще называется «Дорожная азбука». Собственно говоря, у каждой буквы есть свое особое задание, то есть к каждой букве привязано слово, которое мы можем отгадать. И, соответственно, если это делает ребенок, он будет учиться алфавиту, плюс будет узнавать какие-то для себя новые слова. В игре имеется полный алфавит, и я считаю, это отличное развивающее приложение для детей. Называется оно Азбука HD или Дорожная азбука. Далее игра под названием BB Racing. Кстати, ребят, полное название игры вы можете посмотреть в описании к этому видео, а сайта iosgames.ru еще и скачать. В общем-то, игра довольно-таки интересная, она бесплатная в App Store и работает она на акселерометре. Мы гоняемся с другими игроками, то есть нашими соперниками, и, ну, в общем-то, играть в нее весело. Действительно весело, мы подхватываем разные бонусы, это могут быть различные грязевые лужи, также выстрелы, с помощью которых мы можем взрывать наших соперников, также всякие бусты и, в общем-то, все в таком духе. Игра, правда, очень крутая, еще и бесплатная в App Store, и на Purchase не такой уж и большой, так что, в принципе, можно играть. Игра отлично смотрится на всех устройствах, называется BB Racing. Пользуясь случаем, хочу передать привет разработчикам игры Pirates. Вообще, что это за лажа, когда вы заходите в игру и видите вот такое? По идее, игра должна запуститься, ну, может быть, через минуты две. Но я сидел, ждал минут пять, и в итоге вот такой вот экран был все время. В двух словах, о чем игра? Игра чем-то напоминает Clash of Clans, только по тематике она связана с пиратами. Тут прокачиваем наше судно, нанимаем команды, и все в таком духе. То есть, ребят, не знаю, у меня вылетает. Ну, вернее, не вылетает, вообще не происходит, тупо не грузится. Если у вас что-то там с ней тоже такое есть, пишите в комментариях, возможно, посмотрят разработчики это видео и, собственно говоря, исправят. Называется игра Pirates. Идем дальше, следующая игра называется Goat Simulator, или Симулятор Козла, или Козловский Симулятор. Украинцы поймут. В общем-то, ребят, ну, игра, я думаю, все играли на ПК, даже PewDiePie, по-моему, делал обзор на эту игру, поэтому у нее такая бешеная популярность, потому что все, на что делает обзор PewDiePie, там загрузок более чем овер миллион. В общем-то, ну, в чем смысл игры? Мы играем за козла и должны застрять в текстурах. Нет, на самом деле нет. В общем-то, мы играем за козла и можем делать все, что угодно. Вот это описание больше подходит для этой игры. А что именно мы можем делать? Это разрушать вообще все, сбивать людей, взрывать машины и отлетать на энное количество километров от места взрыва. Но, к сожалению, с фурой это не прокатило, но, тем не менее, с легковушкой у меня получилось. Я улетел с одного конца города в другой конец города, притом это все сопровождалось отличной такой графикой, совершенным геймплеем и, собственно... О, господи, кого я обманываю? Игра просто неимоверная лажа. Если мы будем продолжать играть в такие игры, ничем хорошим это для нас не кончится. Просто выпустив такую игру, разработчик уже себе обеспечит, ну, какую-то популярность. Потому что игра тупо бредовая, а, собственно говоря, то, что бредовая и нравится людям. Поэтому, в общем-то, люди играют в эти игры. Никакого смысла она не несет. Да, цены на бензин здесь, конечно, вкусные, но, тем не менее, игра полная фигня. Игра отлично подойдет людям, которые хотят убить время, но для убивалки времени цена в $5, а именно такой ценник за эту игру, я считаю, многовато. Поэтому, ребят, ну не советую вам играть, просто сделал обзор, потому что игра новая, она в тренде, и, собственно говоря, вот мое мнение об этой игре. Игра называется Goat Simulator. И последняя на сегодня игра называется она Maze Runner. Игра сделана к фильму, который вот-вот должен выйти в кинотеатрах, и это обычный раннер. То есть, фильм очень крутой, судя по трейлеру, ну а игра обычный раннер, который чем-то напоминает Temple Run. Должны бежать по лабиринту, сворачивать там, где нужно, собирать монетки, избегать препятствий, собирать различные бонусы, которые раскиданы на уровне, ну и, собственно говоря, не скопытиться. Фу, блин, симулятор козла, не умереть. Игра бесплатная в App Store, на Purchase, ну не такой уж, и на Purchase, в принципе, любителям раннера, я думаю, понравится, и они оценят эту игру. Называется игра Maze Runner. Ну что же, ребят, на этом все, это был 83-й эпизод, вот такие вот игры были у нас сегодня на обзоре, если вы скачаете хоть одну из этих игр, то ставьте ваши пальцы вверх, это такая традиция канала, что ли. На этом, ребят, все, у нас, кстати, скоро на канале будет 20 тысяч подписчиков, будет конкурс, так что, что называется, stay tuned, потому что скоро будет видео о конкурсе, который, собственно говоря, состоится вот-вот буквально. На этом все, с вами был Полтем, если впервые подписывайся на канал, ставь свои пальцы вверх, не забывай о яблочках, пока. Видео партнер канала Canon.